Семена алисума скальной высевают в конце февраля либо начале марта. Это ранний сорт, поэтому рассада алисума скальной быстро идет в рост. В начале апреля высота растений доходит до своего пика – 25 см. Также в это время начинается период цветения, который длится до конца мая. Цветы мелкие, но их очень много. Окрашены они в ярко-желтый цвет. От них исходит тонкий и приятный аромат. Для семян алисума скальной не нужно выбирать специальное место. Растение неприхотливо. Его используют для создания ранних цветников и ракариев. Часто совмещают этот сорт с поздноцветущими цветами. Алисум скальный и это травянистый высотой 25 см. Цветет растение в месяц май, апрель. Окраска цветка ярко-желтый. Лист растения по форме обратной яйцевидный. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.